друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Сегодня мы продолжаем проходить игру Resident Evil 3. Вот. В общем, какую серию мы уже топчемся на месте, но мы знаем, что нужно делать. Чувствую, последнее сохранение нам все-таки придется применить, которое осталось. Я, конечно, понимаю, что сейчас мы будем делать все то же самое, но однако мне как-то с вами веселее бегать, нежели одному скучно молчать. Я уж привык. Вот, так, нет, паузу не надо нам сейчас. Значит, что мы делаем? Мы сейчас выкладываем всякое ненужное барахло сюда. Это вот эта штучка. Вот эта штучка нам тоже не нужна. Эта штучка нам тоже не нужна. Нам понадобится вот эта штучка. И патроны вот эти. Вот. Как убить того червя под землей? Да черт его знает как. Ладно, мы сейчас с этим делом столкнемся и снова здесь сохранимся, кстати. Вот. Надо будет убить Немезиса, чтобы патроны забрать. Ай, жуть какая. Даже эту штуку теперь из рук не хочу выпускать. Просто штука спасения. Ох. Иди сюда. Как же это напрягает-то, а? Да не надо нам это. Нам надо вот это. Теперь я хочу выложить пистолет. Потом объединю эти две части, после чего все вроде будет в порядке. Ну-ка. Объединить, и у нас получается вот этот пистолет. Теперь нам нужно объединить масло, хотя мы можем не торопиться с этим делом, наверное, сделаем чуть-чуть позже. Вот выложим как раз вот сюда, чтобы не забыть. Можно, в принципе, предохранитель сюда же положить. Вот, а вместо этого взять аптечек. Потому что сами знаете, что может с нами произойти. И это, и вот это. Можно даже побольше взять. Ладно. Или сохраниться. Немного будем дальше бегать. Но, во всяком случае, не умрем. Ладно. Просто есть у меня подозрение, если мы спрыгнем вниз, ящики нас предают. Ну. Если что... Сделаем все заново. Не бесит это. Топтание на месте побесивает. Так, давай бегим. Когда там Немезис дальше появится? Вот не скоро, а потом не забыть сохраниться, потому что... Фух. Что-то меня это напрягает. Не знаю почему, нервную систему пошатывает. Надо как-то к этому делу привыкать. Вот. Значит, нам там взяли пожарный шланг. Теперь мы бежим вот туда. Что же мы дальше будем делать? Дальше на нас должен... Нет, не сейчас. Чуть позже на нас должна свалиться эта штука. Вот здесь вот. Это вот следующая комната. Матрёшь, ты второй раз, а? Дурацкие птицы. Вот сейчас нас затрясет.
первый раз. Видимо, вот сейчас где-то мы взорвали ту лабораторию. Так, заметьте, мы находимся у той машины, и нас резко телепортнуло в середину комнаты. Так, давай прыгаем вниз. Узнаем, что там внизу. Если что-то такое, я думаю, что мы с этим справимся. Если тут червь, то я не знаю, что делать. Давай прыгаем вниз, посмотрим. Надеюсь, там будут патроны и прочее. В принципе, рисковать не хочется, но интересно, что там. Может, мы этих ящиков что найдем? Да нет, вроде ничего такого. Какие-то слизни. А, это пиявки такие. Так, вроде мы их отстрелили. Что это? Знать не хочу. Это... Выбраться по лестнице, да. Интересно, откуда мы вылезем? И почему мы раньше не выходили, не видели этого прохода? Короче, вниз прыгать не стоило. Но к птицам мы выбрались. Не люблю птиц. Особенно здесь. Особенно их не люблю после фильма... Как же фильм назывался? Да хрен его знает, как он назывался. Один из моих любимых. Земля мертвых? Нет, не Земля мертвых. Как же тот фильм назывался? Ну, он мне нравился. Господи. Рассвет мертвецов, точно. Вот. Не старый, а новый. Вот. Хороший был фильм. И там мужику... Если не смотрели, то не слушайте. Но советую посмотреть. Так, сейчас немного перематываю на пару секунд, и я скажу, что там случилось. В общем, мужику там ворона... клевала труп, капелькой крови мужику попала в глаз. И тот стал зомби. Глупая смерть. Очень глупая. И обидная. Вот. Бежим сюда и тут точно сохраняемся. Причиндалы всякие возьмем с собой, естественно. Как от червя, правда, избавляться от того. Черт его знает, там же вроде... Много, большой проход был. Обвалилось все к чертям. Ладно. Значит, возьмем сейчас эту штуку. И эту штуку. Объединим их. Возвращаемся. Сейчас возьмем сохраняшку. Няшка. Где ты? Где-то здесь одна точно должна была быть. Вот она. И вместо вот этой штукини мы возьмем предохранитель. Так, не здесь он, вот где-то повыше. Он был вот он. Хорошо. Сохраняемся. Обидно это, что мы тратим последнее наше сохранение на бог знает что. На первый слот, наверное. Во. Торговый район. Вот сюда. Так, ладно. Выходим. Как-то прям напрягает немного меня. И теперь мы встретим Немезиса, которого трогать не будем. Вот. Мы мимо него пробежим, потому что убивать его, я думаю, нет смысла еще раз. Потому что мы только что его убили. Из него вряд ли что-то выпадет, хотя мало ли, может что-то выпадет. Я не уверен, у нас просто патронов столько не хватит, у нас было 30 патронов, после его убийства стало 9. Ну, соответственно, нам просто физически не хватит, чтобы убить. Вот, так, мы готовы. Stars. Обежал, и никогда меня не тронул. Ха-ха-ха, дурак. Попку дурак. Так, а теперь мы сваливаемся к червю. В
почему тут труп все еще лежит? Непонятно, он даже не пытался встать, не исчез. Все трупы исчезают, кроме этого. И треснул мир напополам. Гремит разлом. По темным улицам летит ночной дозор. Или что-то в этом духе там было. Кто помнит? Я не помню. И, кстати, слово пополам сна не употребляется. Кто не знал? Давай, червь. Выскакивай. Да отходи быстрее уже. Значит так, что мы можем ему предоставить? Мы можем предоставить ему парочку зарядов. Да. Тихо ты, тихо. Дожрала, ведь жизни у нас еще хватало, чтобы пожить. В общем, понятно, надо резко вбегать, использовать, немного, чтобы у нас кацанул, и все. О, боже мой, это было так просто. Я потратил столько патронов впустую. О, господи. Давай быстрее внутрь. А, я так и не открыл. Какой плохой. Жуть, я просто уже просто на самом деле немного взбесился. Редко такое бывает, но не люблю эту такую ерунду. Когда не сложно, когда хрень какая-то творится. Так, использовать. Залила, молодец. Залила, вернее. Да, предохранитель сломан. Использовать. Быть не может, чудеса. Кажется, мы готовы идти. Вот, возьми это. О, боже. Зажигательный гранат. Ну, давай посмотрим, что это такое. Ладно. Николай не пойдет с нами. Я понимаю. Он просто устал. Я буду управлять фуникулером. Пошли. А тут есть сложности. По-моему, кнопку нажал, и все. И управляйся. На здоровье. Зачем он только нам зажигательные гранаты дал? Непонятно. Вот.
честно, сейчас доберемся до сохранения и сразу, наверное, закончим. Потому что, выглядит, блин, я немного... неплохо. Уже не в настроении. Ладно. Надо немного разгоняться, а то просто этот червяк меня, ну, побесил. Ты достаточно хорошо побесил. Ну, кто теперь? Я думаю, Михаил! Из-за Михаила так прям затрясло. Надеюсь, с ними, если не надо будет там убивать, ну, посмотрим. Потому что какая-то хрень на него вылезла. Не Мейс, я не он. Михаил! Что у нас со здоровьем? Мы умрем, да? Да, мы умрем. Объединить вот с этим. Да нет. Только не сейчас, пожалуйста. Почему надо войти в другую дверь? Чтобы нам помогли, твою мать. Бесконечная череда смертей, бесконечная череда смертей. Смерти, 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 смерти. Только смерти, 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 вижу смерти, 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 смерти. Управлять не нужно. Михаил! Джилл, вылезай из фуникулера! Быстро! Подожди, не надо! Выбирайся отсюда! Быстро! Быть не может, это все так просто, не надо было его убивать. Просто можно было свалить. Ну ладно, все равно труп, считайте, его уже пожрали. Скоро он с труп превратился. Его оружие жалко, я бы взял, а все остальное так. Чуть-чуть глупо. Поближе. Граната его. Получи. Вот я понимаю, мужик, то, что надо. Михаил. Михаил. Что, заело? Нет, тормоза не работают. Ну и какой выбор нам предстоит? Выпрыгнуть, использовать аварийный тормоз. Использовать тормоз аварийный. Так и должно быть. Чем он так его разогнал, объясните мне, пожалуйста. Торопился куда-то? Как вообще после этого можно выжить? А если мы выпрыгнули, мы бы оказались бы здесь же? Скорее всего. Ну что, все померли? Воронье сидит. И часовня та самая. Чудеса. Ох. Жуть какая, а? Жуткая жуть. Фух, аж в глазах помутнело. Так, давайте разбираться тут тихонечко. Похоже, он давно не использовался. Ладно. Тут на что? Посмотрим. Может, куда от нас приведет. Комнату с сохранением? Вряд ли. Угадал. Бывает же. Да, могли бы сохраниться, будь у нас лента. Да? Но ленты нету. Жизнь дерьмо, да? Бывает такое. Это мы кладем куда-нибудь сюда. Патроны. Я думаю, нет смысла тратить сейчас. Надо все обыскать здесь, может здесь что полезное да будет. Ну-ка, кроме пороха. Порох всегда хорошо. Берем порох. Тут
тут что-нибудь. Алтарь. Алтарь — это неплохо. Нам бы... сохранюнчики бы. Смесь трав. Видимо, этот ключ надо будет с чем-нибудь объединить. Ладно. Там тоже что-то лежит. Сейчас мы... Только не... Пожалуйста. Не надо этого гада. Ладно. Не надо. Не лучший выбор сейчас было бы его встретить. Просто не лучший. Так, нет, это я выкидывать... Ну, спорный вопрос насчет того, что, ну, что нужно сейчас с ним делать. В любом случае, нам сейчас нужна вот эта штука. Для того, чтобы... Да, хочу улучшенное. И вот с этим... Теперь объединить это с этим и объединить это с этим. Хорошо. Обычный патрон — это хорошо, но вот то, что мы так часто встречаем Немезиса, это наводит на мысли о том, что нам нужны более крутые патроны. Неужели лент нет никаких? Черт побери. Фигово дело. Они, конечно, маленькие, могу их не замечать. Нам поначалу их так много дали, что я расслабился и начал сохраняться. Но в предыдущей части мы так мало сохранялись, что... Смысл потерялся. Ладно, сейчас ни с кем сражаться не буду из Немезисов. Буду просто пытаться убежать. Вот так вот мы время серии тянем, да? Ой. Ой. Дробовик в студию. Зажали гады. Ушел гад. Гад. Иди отсюда. Отдыхай. Скотина. Ой, так, объединить вот это с этим. Хочу улучшенный патрон создать. Какой дурак бы отказался. Вот это с этим, давай, нам тоже улучшенные патроны. Объединяем теперь это и это. И у нас что-то хорошее, наверное, получается. Отсюда ничего больше не вылезет. Да, точно вылезет, ненавижу первые этажи. Что у нас по патронам? Это я не буду выкидывать, это тоже не буду выкидывать. Вот эту штуку, в принципе, можно сейчас выложить. Она нам для объединения больше не нужна, а лишнее место явно занимает. Вот. Так, ну я уж более-менее остыл, что-то новенького как-то полегче стало. Нет, это нам не надо. Это мы сюда положим. Книжечку, заметьте, мы с собой взяли. Пусть будет у нас. Плохого, я думаю, в этом ничего не, нету. То, что мы ее оставили. Так, сисяс. Сисяс, идем сюда. Вы использовали смесь трав. Он у нас остался, он у нас остался. Странно, какое-то название для ключа. Ненавижу первые этажи в таких зданиях, вы это знаете. Дайте-ка я угадаю. Карлос, может это быть. Та самая часовня из первой части. Я не знаю, как мы будем выбираться из этого города. О чем ты говоришь? Мы уже сделали это. Ты не понимаешь? Они не намерены отпускать нас живыми? Хм. Неужели ты думаешь, что мы можем доверять этому великому плану эвакуации? Да это всего лишь лист бумаги! У нас сейчас нет другого выбора, кроме как довериться им. Нет. Да, это точно. Если мы собираемся умереть, мы можем выбрать, когда это случится. Че, предлагаешь застрелиться? А! Так и надо. Так вот в чем дело, а? Ты сдаешься? Нет. Я просто не могу с этим справиться. Еще одна баба истеричка. Мужик истеричка. Прошу прощения. Так, камин. Ничего в камине нет. Значит, дров тоже. Гранаты. Возьмем гранаты. Почему в камине ничего нет? И почему я не могу тебя перезарядить? Ну ладно, не могу, так не могу. На столе что-нибудь есть? Хочу сохраняшку. Няшку, сохраняшку хочу.
Нифига, да. Обидно. Чувствую, этот парень умрет, потому что он истерит. Все мужики истерящие умирают. Извиняйте это. Не будьте истерящими мужиками. Что у нас здесь лежит? Миномет? Он что-то держит в руках. Инструкция. Так, я сейчас вообще не в состоянии читать, у меня глаза тут наперекосяк. Приказ команде Эхо. Очистите центр города от зараженных и эвакуируйте оставшихся жителей в башне с часами. В первую очередь окажите помощь сотрудникам дочерних компаний корпорации Umbrella. Не теряйте бдительности, зараженные очень живучи. Живучи? Живучи. Так, и нападают без промедления. Порядок эвакуации. Как только здание будет выполнено или станет выполненным, немедленно найдите эвакуацию. Хорошо. В пригороде у нас есть вертолет. Он приземлится во дворе перед башней с часами. Хорошо. Когда вы будете готовы к эвакуации, подайте сигнал вертолету, ударив в колокол на башне с часами. Так, ну значит, нам остается только ударить в колокол, в принципе. Да? Карта башни, бери. Три этажа. Хорошо, и сохраняшка бы не помешала. Ну, в жизни тоже, конечно, ничего, но сохраняшка была бы вкуснее, на мой взгляд. Кстати, чем миномет стреляет, интересно? Ну-ка. Почему миномет? Проверить. Против создания Umbrella использует особые пули с сенсором. Бред. Ладно. Неясность. Что у нас здесь? Ох, сейчас этот звук приманит. О, у меня есть подозрение, что это загадка с музыкальной... с музыкой. Это старая музыкальная шкатулка. Похоже, она неисправна. Надеюсь, что это так. Хотя... Так, у тебя, по-моему, что-то лежит, нет? Еще, в кармашке. Труп наемника, он погиб в бою. Ладно. Погиб, так погиб. Что, ничего на столе есть? Нет, к сожалению. Сохраняшка, хочу сохраняшка. Эти штуки означают то, что здесь будут гады, которые ползают везде и кусаются везде. И за все. В основном за попу. Не знаю, почему у меня такие нежные чувства к попе, но вот есть. Где наш пистолет? Наконец можем испробовать его на зомби. Так. Чудо. Объединить его вот с этим под... Как так? Ничего не понимаю. Объясните мне, пожалуйста. Будем топором этим пострелять. Все, молчу. Так, походу супер-пупер патронами мы разносим их нафиг. Головы их. А что? Почему эти патроны не нравятся этому пистолету? Почему? Так, ничего не понимаю. Так, проверить. Патроны 9 мм. При помощи зарядного устройства подходит для М92 и Сигпо. Это еще миномет. Проверить. Оружие создано для соревнований, стреляет патронами 9 мм. Обычными, то есть. Косяк с моей стороны, конечно. У нас есть дробовик. Пофиг на все. Дробовик, он решает. И мы так и не сохранились, если нам сейчас придется заново проходить, я просто... Так, открытка, на которой изображены старинные часы. Напечатан следующий текст. Отдай свою душу богине, сложи свои руки и
помолись ей. Так, верхняя, нижняя, верхняя с часы расположены. Открытка. Так, стоять. Возьми ее. Возьми, детка. Будь хорошей девочкой. Пошли сохраняться. Пошли, сделаем это. Да, кстати, так как здесь в основном сохранение происходит в туалетах, сходить в туалет, по-хорошему можно называть пойти сохраниться. Так что пойди сохранись, моя девочка. Фу, отвратительно. Как в голове звучало не так. Бывает же. Ладно. Комната сохранения с алтарем, комната сохранения с алтарем, комната сохранения с алтарем. Я просто уже бы не знаю, молиться бы начал. Комната сохранения с алтарем. Комната сохранения. Сохранение. Нет ничего лучше, чем сохраниться. Давай, сделай это. Сделай это для нас обоих. Использовать красную ленту. Конечно, использовать. Какое чувство облегчения. Вы это чувствуете? Вы это чувствуете? Фух, ну что ж, друзья. Спасибо, что были со мной. В этот очень непростой момент. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Но за это стоило, на самом деле. Такие дела.